Красивой обложкой обители рассвета или в простонародье города солнца скрывались ужасные вещи. Изнурительная и бесчеловечная диета, доводившая людей до истощения и даже смерти, отсутствие медицинской помощи. А что люди, простите, что делать тем, которые заболели? Человек не болеет случайно. Нет, я имею в виду ваши общения. Лечится. Да, но без медикаментов. Кто сказал, что без них медикаментов? Пожалуйста, сколько угодно. Ну, только, конечно, я бы посоветовал в разумных пределах. Не увлекаться. Но если уж так трогать этот вопрос, то те, кто туда приехали и круто стали менять жизнь, они так не болеют, как болеете вы. Это явление редкостное. И они вправе там далеко не с медикаментами вылечить себя. Они это умеют, могут, делают. Но если уж какие-то заболевания явно выходят за пределы способностей излечить это самостоятельно этих людей, они обращаются туда, где государством это определено, эта связь существует. Если нужно им лечь в больницу, они ложатся в больницу. Лечится так же, как и все.